Приветствую на канале Asmodee Play. Это снова Ведьмак. Все еще первая часть. Твою мать, сколько ж можно? Ну, по крайней мере, давайте мы уже к концу подключаемся. Уже все, Визима горит. Король, наверное, у них. Король поручил нам дочь спасти, освободить. Так, выход из пещеры. Нет, мы сюда только зашли. На. На. Да что ты мне сделаешь, скотина? Блять, вот. Ведьмак отличается в управлении от всех остальных. Если вы во что-то другое играете тоже или играли, то вы меня поймете. На. Мать его. Сохранить. Ну, не знаю, вот мне это, кстати, очень даже хорошо видно. Не знаю, как вам. Видно или нет, но бывает так, что игра у меня видна, а там в записи она хреново. А у меня кошачий взгляд, поэтому вы должны видеть это все. Да ёб твою мать! Вот так. Камень путника, что он, блядь, дает мне? Ни хрена он мне не дает. Так. Можешь себя ловким считать, но это буду еще ловче. Итак. Мне, по идее, на вас-то похрену. Я вообще немножко только не взял-то.
Да нет, я вообще думаю. Не думаю, не вот это. Думаю, пончик сожрать. Так. Что за камень путника? Что он мне, блядь, дает? Не понимаю. Вроде как что-то должен возложить или что? Ничего он не воскладывает. Ладно. Идите в жопу вы. Пойдем на кладбище. Хрен с этими доспехами ворона. Так, а где мне надо? Мне надо вот склеп Стрыги. Мне сюда надо. Вот на кладбище, направо. Двух стрел, утопленник. Вход в пещеру, что? А, пещера друидов. Но мне это не сюда. Посмотрите, сколько призраков там. Так, сохранить не могу. Давай. Ну давай, хренака его. Догаси его быстрее. Вот так. Захренака их всех.
Блять, еще и пиявка там. Да ёб твою мать. Блять. Давай, вали. Так, мне надо сейчас серебряный меч возьму и его смажу маслом от призраков. Где у меня тут? Так, вот это неизвестное масло, вот это боль, вот это в бою против призраков. Да спокойно вы. Охренеть. Опять голая тетка, заметьте. Так. Бля, ворвался тоже мне. Все сюда. Так, а Саш, что я могу поиметь? Ну давай, голожопа. Посмотрите-ка, что-то все-таки могу взять. Так. Ладно, вас я прохожу. Иду сюда. Сюда, я говорю, иду. Вот на новую территорию часовни. Рассказывай, старик. Господин, вы не видели моего сына?
Волосы светлые, на носу веснушки. Извините. У меня тут костры разведены, чтобы он в тумане дорогу нашел. Надеюсь, вы его найдете. Я ищу стрыгу, у которой тут логово. Да, господин, видите вон тот старый храм на холме? Там она и живет в склепе, стрыга-то. А по ночам вылезает, крови ищет. А тебя что, не трогает? Но один раз она близехонько ко мне подошла. А я уйти-то не могу. Мне костер надо жечь, чтобы сын не заблудился. Тварь эта постояла-постояла, да и убежала. И с того раза больше не приходила. Любопытно. Один раз она при мне мужчину сцапала. Ужасно. Расскажи мне. Ну? Это рассказ или что? Или посланник нахрен ко мне бежит? Не вижу. Эльфы сожгли дом соседа. Я именно тогда решил бежать из города. Меня хотели призвать в армию. К счастью, вернулся король Фольтест. Он быстро приструнит нелюдей. Именно. Я вот что скажу. Собачку, да, сожрет. Тварь такая. Учитывая, в каком мире вы живете, какого хрена вы вообще у кладбища сидите? Или на кладбище, я бы даже сказал. Собаки. Съедена собака, в общем. Ага, это вот в начале игры. Вот эта хрень. Ладно. Ну, он убежит. Кого вот это, мальчика или мужика утащили? Кого? Ну-ка, давай поговорим с тобой. Приветствую, Геральт. Я думал, он мне доверяет. Да, но конкретно это чудовище. Я рад, что ты понимаешь. Фольтес не дурак и знает, что кто-то намеренно вызвал это. Он не верит, что Адда превратилась в чудовище. Ты должен их найти. Фольтес предлагает тебе начать с саркофагов. Я выполню приказ короля. Следуй за мной. Так, ну-ка, рыцарь. Следуй за мной. Давай. Так. Твою мать, мне даже не видно нахуй из-за микрофона. Так, а что у нас по времени-то, кстати? 2 часа ночи. Костер. Ну, я думаю, мне вперед туда надо. А, нет, ну да, вперед, вот. Так, нам ее не надо убивать. Thank you.
Так. Что это? Что случилось? Что за видео? Блин, он же не прыгает. Свечки затухают, вот что. Видимо, время выходит. Вот так время читается. Если я собираюсь убить его, у меня времени все меньше. Но я не собираюсь убивать. Беги! Давай. Две свечи осталось. Последняя свеча. Да нет, еще две осталось. Съел. Ох, меня колбасит. Подожди. У меня где-то было зелье против... Так, увеличивать силу знаков, значительно повышать регенерацию энергии, вероятность критического урона. Нет. Рефлекс, скорость. Позволяет видеть в темноте. Токсичность любых здесь других эликсиров. Вот что мне надо. Сейчас. Давай. Еще одна свеча. Свеча горела на столе. Потому что убить ее слишком легко. Ну не достаешь ты меня, балбесина. Его. Последняя свеча. Можно было, конечно, бегать вокруг этого стола все это время.
Каждый свой путь выбирает. Так, проклятие тебе. Так, читайте, читайте. Теперь мы понимаем, что вы пытались восстановить. Я? Где я? Адда, с тобой все в порядке. Что произошло? Все кончено, теперь все в порядке. Геральт. Не волнуйся, ты в безопасности. Я отведу тебя домой. Мои руки покрыты кровью. Да ничего страшного. Я убила столько людей. Это была не твоя вина. Я помню все как в тумане. Это было важно. Хорошо. Я посмотрю. Обними меня, Геральт. Лучше бы нам оставить эту холодную гробницу. Так. Ну, здесь я уже все. Так, взять все это я что? Читал. Давайте. Сваливать отсюда. Так. Так, подождите. Так, у меня где-то кошка была. Вот. Так. Это что? Список эльфийского министра. Ага, вот это. Костер. Что за камень путника? Желтый метеорит. Даже не знаю, что отсюда выкинуть. Итак. Смотрите, мы сваливаем отсюда. Куда сваливаться? Забери меня с собой. Я приду сквозь злые ночи. Я останусь. Говори. И ты запер меня в склепе. Очень мило с твоей стороны, Велерант. Прости, ведьмак. Приказ короля. Принцесса вылечилась. Адда, Велерант проводит тебя домой. Ведьмак, я уже во второй раз недооценил тебя. Как говорят, Бог любит троицу. Но это стал мне кое-что для тебя на тот случай, если у тебя все получится. Вот дьявол, зариканский семитар. Легенда гласит, что он закален в крови дракона, и он магический. Я знаю, что ты любишь простые лет. У меня есть доказательства, что кто-то намеренно превратил принцессу в... Что за ты... Король пожелал узнать об этом первым. Хорошо. На этом все? Да, но нет, чуть не забыл. Король сказал, если ты захочешь... Старую усадьбу, да, это я знаю. Понял. Прощай. Назад, немедленно. Так. Мне надо дорога в старую Визиму.
Что-то недоделано? Геральт. Все в порядке? Да, лучше. Я должен спросить тебя о Саламандре. О, Геральт, этот ужасный профессор, это его вина. Он меня обманул, обещал власть и славу. Профессор не мог создать всех этих мутантов. Однажды он пришел с этим отвратительным человеком. Хайрак, из ней откуда? Абдул, что ли? Профессор сказал... Знаешь, где его? Увы, нет. Я ухожу в Лидане. Добрый... Нет, они все смылись в Изиму, нелюди. Зарыли бедолагу в землю по шею, а голову сиропом обман. Остальное я могу вам... Добрый господин. Прощай. Я ухожу в Лидане. Там у них нелюди, постройте ходы. Так. Возвращаемся. Мне надо старую в Изиму. Так. Куда мне надо? Чуть так, так, чуть прямо и потом куда? Это куда? Ага, дорога к старой усадьбе. Ну это потом. Сначала мне сюда надо. Вот это, наверное, вон. Давай. Делаем эти гребаные доспехи ворона. Блять, мне сейчас опять этого кузнеца искать. Я его в прошлый раз такой как нашел нахрен. Прощай. Так, это кто? Баррикада, одинокая башня, лаборатория Кенштейна, госпиталь, старый колодец. Блять, а где ты? Может быть, мы ошибались? Так, в башню ордена. Ну не здесь же. Да, не здесь. Дверь в лечебницу заперта. Блять. Проклятье на орден пылающей розы. Проклятье. Когда это все закончится? Ой, тут ходите, поджигаете еще что-то. Ой, бля. Как в этом плане, если, допустим, записывать это пипец. В плане прохождения, допустим, когда делать тебе нечего, то ради бога. Так, ну-ка, старый козел. К тебе я хоть пришел. Блять, не вижу, чтоб это ты был, конечно. Так. Где это животное? Подвал. Зараженные.
Сделай мне одолжение. Прикончи пару мерзавцев. Подожди. Мать его. Пошел прочь, ведьмак. Ух, проклятая болезнь. Блядь, а как вы? Вот она. А чё ж ты, сука, сразу-то не высветилась, скотина ты вонючая. Вот. Чем могу? Спасибо, про. А чтоб тебя? Что-то я понять не могу, так. Письмо не то. Так. Первая часть у меня там есть. Вторая часть есть. Третья есть. Да будь доспехи графа Кобуса Руйта. Так. Остатки доспехов ворона, записи эльфийского песнопевца и бифункциональный рециркулятор сплавов и волокон. Ты напомни мне комбинацию к волшебному замку. Два заклинания, связанных с магией воздуха, и одно со стихией огня. Спасибо. С магией воздуха, со стихией огня. Блять, что-то не достал, короче. Ворота к дамбе. Пролом в стене. Мне надо направо. Когда это все закончится? А хотя нахрена мне к дамбе-то? Мне надо наоборот к пролому в стене. Так. Теперь я вижу, что мы победим. Да до хрена вы что там видите? Только все это бессмысленно. Так, так, так. Тык-тык-тык. Ага, а что я? Так, направо надо. Направо. Блин. Хоть правильно идут? Ну, пока правильно. Хрен пойми, где там неправильно будет потом. Так, надо направо. Так, собачья петрушка. Так.
ну давай еще разок. Все. Силы, конечно, набираться буду. Вот так. Смотрим, куда мне. Чуть-чуть правее. Куда-то сюда. Это потому что... А я с краснолюдами. С нелюдями. Так. Ладно. Вот это пещера. Вход в шахту. Пещера беженцев. Так. Да подожди ты. У меня кошка еще действует. Вот это, наверное. Камень путника. Вот сюда, наверное, надо использовать. Да мать его. Так не получится, надо попробовать по-другому. Так. Ну-ка, давайте-ка сохраню. Где у меня там повышает? Так, кошка, нет, белый мед. Так, не то, не то. Кровь от смертельный яд кровососущих. Вероятность удара критического значительно повышает регенерацию энергии. Вот это вот. Давай. Так, ладно. Тогда вот так пробуем. О! Так.
Давай. Давай, что с тебя взять? Это что такое? Клык. Нет, особый. Блять, опять особый. Блин. Ладно. На. Это я не понимаю. Минутку. А, я куда-то перенесся. Подождите. Ой, да вообще в херу дыра вы. Так. Вот так. Так, теперь смотрим, туда я пришел. Нет, маленько не туда, не добежал. Что ж, бывает. Пойдем со мной, девчуля. Опять не туда. Вот кого не хотелось бы, так это его. Давайте по-быстрому, кто тут есть? Да тихо вы. На. Пока вы бежите от меня, я бегу от вас. Вы мне вот нахрен не нужны. Подожди. Ага. А здесь как, через камень только что ли проход? Так, ладно, давай-ка попробуем. Раз. Два. Три. Да, вот он что, проход-то через камень, оказывается, был. Ладно. Уматываем. Ой, да вы-то мне как-то... Вот и все. Давай. Идем назад. Подожди, я хоть назад иду? Назад мне куда-то туда надо. А где я? А мне-то вот сюда надо. Блять. Кто так строит? Да некогда мне с вами. С лопушками. Вот так вот по большой дуге обогну. Ну почти, почти.
В метро, кстати, такая же подобная хрень. Поэтому не страшно ничуть. Так. И с ними был еще трехглавый и слуга его вампир. Давай. Ездят в лес. Страшно, а жуть. Да, кстати, как он про нечисть. У Высоцкого есть песня. Вот. Послушайте, вот это интересно будет. Так, а я себе сейчас доспехи забабахаю. Учитываем, что первые запчасти от доспехов ворона мы берем у Ведьмака. Когда это все закончится? И две части доспехов мы берем в склепе. Безделье утомляет меня. В жопу сосуществоляне! Да тихо ты. Со своей жопой. И вот получается, потом мы берем. В этой же пещере. В основном все в одной пещере берем. А остальное в зависимости от того, как мы берем. Сейчас, минутку, я расскажу. Чем? Я собрал все не... Отлично. Теперь, когда доспехи будут... Я буду всю ночь работать. Так. В жопу сосуществоляне! Получается, это вот доспехи мы там берем запчасти, а остальное мы берем вот здесь, все. Единственное, что вот эти камни, оказывается, они маленько не такие. Там, где я сейчас был, это огонь, огонь, воздух. Если вы за сторону играете рыцарей, то воздух, воздух, огонь. Только уже, правда, в другой пещере. Возможно, где беженцы. Я не помню, вы же видели только что. Камни эти находил и в других пещерах. Или, может, даже в склепе в этом. И если вы играете нейтралом, то у вас, возможно, воздух, огонь, воздух. Либо огонь, воздух, огонь. Вот такая вот комбинация. Нет. Нет. Когда это все закончится? Да вы-то какого хуя тут лезете? Приветствую. Мы выиграли битву, но не войну. Хотите, будь моя воля. Я смешу, это необходимо. Все вы, блядь, сюда ломитесь. Да, да. Спасибо. Спасибо тебе за... Так. Мне сейчас нет, мне сейчас бы алхимия не помешала бы. А чё у нас там какой был-то? Вьюнок, волчий табак. Так, нет. Повышает, так, сопротивляемость яда, страх ближайших нет. Так, нет, восстанавливаю часть потерянного здоровья. Нет, не кошка, ласточка. Ласточка у меня еще есть. Блять, куда только я там возместил? Мечта дракона. Так, курга. Нет. Так, филин. Вот филин, да. Вот. Ну давайте ласточку сделаю, не знаю. И мне надо
Нет, не так. Вот так, наверное, я не знаю. Давайте медитировать, потом посмотрим, что у меня все-таки с доспехами с моими. Так. Смотрим на мои доспехи. Доспехи, так, эльфийские доспехи ворона. Ну, говорят, они самые лучшие доспехи. Все, тем мои слетели. Так, ладно. Бля, ни хрена у меня какой меч. Я что-то не замечал, кстати. Этот етаган-то. Так. Доспехи ворона у меня есть. Да отойди, мать твою. Хочется скорее в бой. Так, ворота к дамбе. Когда это все закончится? Но мне же не к дамбе надо. Мне-то не к дамбе надо. Мне надо так налево. Мне надо в пролом к стене. Может быть, мы ошибались? Так, у меня доспехи ворона. Меч какой-то, хуй пойми чего, от кого и как. Ну ладно. А, мне его, может, богиня дала. Да. В прошлом этом. Просто я внимания не обращал. Мало ли, зарядим, да? Так, мне надо через все это пройти, вот сюда, к старой усадьбе. Напрямки, можно так сказать. Так. Так, это я здесь. Ага, чуть-чуть левее. Вон туда куда-то. Вот это вот. Так. На. Все. В старой усадьбе. Ух, ёб твою мать. Там меня встречают. Кто это? Говори, зачем пришел, ведьмак? Дай мне пройти, Девет. Ты ужасно выглядишь. Похоже, всю ночь не спал. Я устал, граф. Теперь я могу пройти. Дорогой мой Геральт. Я всю ночь провел со Стрыгой, так что мое терпение на исходе. Дай мне пройти. Со Стрыгой? И каков результат? Ты убил ее? Стрыга больше никому не угрожает. Я нашел улики и знаю, в окружении принцессы есть предатель. Ты знаешь, кто это? Пока нет, но это всего лишь вопрос времени. Я нашел дневник, он наверняка поможет мне разобраться. Ты не знаешь, кто предатель? Отдай мне дневник Острита. Великий магистр лучше разбирается в магии, чем эта ведьма Меригольд. Я тебе не говорил, чей это дневник. Но... Но... Черт, ты меня поймал. Ну что ж, рано или поздно это все равно случилось бы. К черту все. Ведьмак. Присоединяйся ко мне. Присоединяйся к новому владыке. Ко мне, Иохиму Деветту, будущему вице-королю Темерии. Вице-королю. Работаешь, Девет. Я думал, ты уже все знаешь.
Я сотрудничаю с саламандрами. Ну, временно. Думаешь, тебе удастся их перехитрить? Они всего лишь средство для достижения цели. Повторяю еще раз, присоединяйся ко мне. Ты жалок. Это ты жалок, мутант. Я дал тебе возможность обрести власть. Но раз уж ты возомнил себя защитником города, ловцом бездомных собак, то и сдохнешь ты, как собака. Это мы еще посмотрим. На! Вот тебе и весь вот твой орден. Так, это что, рабочие записи? Так, надо что-то выкинуть. Описание исследований воинов-мутантов. Отмечаются два вида ФИС и мутировавших боевых собак. Так. Тайна. Ну и все, наверное. Священные мечи ордена. Так, мне это надо. Ага, в другую сторону. Воин в маске. Ва! Да твою мать. И еще немного. Вот так. Да ёж твою мать. Что мы с тебя имеем? Понятненько. А по карте что мы имеем? Мне вот сюда надо укрытие кузена Бюз. Ага, во. Давай. Приветствую тебя, Геральт. Ты встретился с Райлой? Она пережила своеобразное перерождение. Геральт. Своеобразное перерождение? Дар жизни, ты издеваешься? Райла мертва. Лучше, чем живым. Совершенным. Ты Это был твой эксперимент. Райла, дорогуша. Геральт. На!
Вот и все. Бля, еще и пиво взял. Где? Где? Вот так. Снеси ему башку нахрен. Так, сохранить. С вами долго не церемонится. Вот так. Не зря так просто достались без стык ворона, что ли? Господи, кровище, так кровище! И хрена с тебя лысого! Еще какой-то мутант. Давай. Так. Помог я тебе. Снова. Приветствую, белый волк. Иви, рад тебя видеть. Я пришел, как только смог. Как раз вовремя. Волк.
Так. Какова ситуация на... Просто отлично. Орден понес тяжелые потери. Кроме того, на переговоры прибыл королевский курьер. Твои планы... Если есть хоть малейший шанс восстановить права нелюдей, я должен рискнуть. Но что заставило Фолкеста пойти на переговоры? Наши успехи... Ты должен пойти на переговоры. Тебе не... Откуда... Я позаботился об этом. Ни хрена вы меня киданули-то! Так. Это что у меня? Укрытие кузена... Мне укрытие надо, да, найти? Пепелище. Так, сохраняю. Ну, а теперь идем узнавать. Мне необходимо попасть в... Главные ворота закрыты. Где? Каменный колодец. Если спуститься в него... От... Должен следовать за ним. Ну, пойдем. Вы ж без меня как дети, нахрен. Блять, такие коротышки туда так дошли, это пипец. Внушает уважение. Куда идти надо? На пепелище? Пойдем, я уже здесь все сделал. Еще пару монстров каких-то. Все, лошары это были. Хватай веревку. А как же ты? Мы тебя подождем здесь, но ты должен остановить своих врагов. Удачи. Ну, давай, короче, меня скинули нахрен. Это комбо. Так. Это все удалим. А вот здесь сохраним. Так. Ну, где эликсиры? Белая чайка. Ласточка. У меня было-то выпивки 2 бутылька.
Все, готовьтесь, мутанты. Кстати, надо еще этот проверить. Вот этот. А этот-то что делать, я уже не помню даже. Позволяет ведьмаку отлично контролировать разум слабовольных существ. На. На. Хренака его пока. Ой. Вы же так ничего не умеете. На. Так, надо кошку выпить. На. Так. Давай, посмотрим, что с вас взять. Что, вообще взять нечего? Охренеть. На. Сменим. Блять, я. Я завалю все-таки тебя. Вот так. Мутантов нечего брать. Охренеть. Сюда надо, видимо. Да ё твою мать. Ты знаешь, что Райла была к тебе неравнодушна. Всегда тобой восхищалась. Кончай этот фарс. Как хочешь. Узри. Кощея. Это краб. Так. Где у меня выпить-то?
Да подожди ты. Вот тебе Кощей. Кстати, он сильный противник. Сохранить надо, а то нахрен опять с ним драться потом. Так. Так, что у нас по карте? Ага. Воин в маске. Так, я вообще сюда бегу? Лаборатория. Да подождите вы. Так. На. Я теперь сюда поворачивайся. Добиваем эту падаль. Так, теперь мы знаем, куда бежим. Значит, Кощей, да? Так. Я так понимаю, тут сейчас еще кто-то будет. А вот он. Сзади появился. Ты меня раздражаешь. К тому же ты изрубил моего Кощея. Труд долгих лет. Придется решить вопрос более традиционными методами. Жду не дождусь. Ой-ой-ой, какие угрозы! Где ты этим театральным штучкам научился? Я тебя предупреждал. Не мочись против ветра. Ничем хорошим это не кончится. Много болтаешь. Испугался? В этот раз ты помочился против торнадо. Убить его! Что-то ты у тебя какие-то... За сколько с твоей мочой там? Охренеть! Пупец! Так. Опа, что за демон? Так. Твой ход, Евет. Я уже давно понял, что могу рассчитывать только на самого себя. Прежде чем я убью тебя... Ты должен знать. Развитая мускулатура-то. Хорошо вооруженный отряд перебьет всех раненых в госпитале. Две гранаты. Эту рыжую суку заставит смотреть. А после того, как они ее изнасилуют, она захочет умереть. Но будет слишком поздно. Мы ей дадим мутагенов и посмотрим, что получится.
Посмотрим, что с тобой сейчас что получится. Что скажешь, ведьмак? Все так же равнодушен? Ты блефуешь. Ты подослал ко мне убийц. Говорил красивые... Алларзар! Беренгар? Я так и думал, что не успею. Тебе помочь? Удивлен, что ты пришел. Я обдумал некоторые вещи. Трус, ты же знаешь, какое тебе предстоит наказание. Ты можешь избегнуть его, если сразишь Геральта из Ривии. Ты можешь заслужить мою милость. Ты идиот. Твои угрозы меня больше не впечатляют. Если он мне я поможет, то ему не надо будет избегать ни хрена этого. Мы еще встретимся. Беренгар принял решение. Он знал, где скрывается Ивет. Он знал, что рано или поздно я найду колдуна. Он знал, что один в поле не воин. Ну, мне-то самому надо биться с ним или нет? Ты глубоко в дерьме. Спокойно. Сейчас мы тебя маленько. Так, ну давайте вот этот. Я разорву тебя на кусочки! Давай его! Так! Блин! Ты там его сзади-то хоть бей! Так, ну-ка тихо там, на заднем плане. То ли это и он не взрыв, то ли это мои. Твои фокусы тут не помогут. Он быстро до меня добегает. Вот так вот. Так, что у нас тут? Записка содержит формулу эликсира, получаемую из сердца Кощея. Книга. Ну, давайте посмотрим сначала формулу. Так. А это книга. Так, проводится описание сверхлюдей. Так. Так, тихо, я говорю там. Ага, вот. Ивет, слышишь меня? Что происходит? Как проходят эксперименты? Мне срочно нужны рыцари-мутанты из Вазимского ордена. И неудачных пришли. У меня мало времени. Ответь! Вот он, заказчик. Мертв. Геральт. Увидимся, великий магистр. Скоро. Вот так вот. Не, ну так-то мощный хрен, ни хрена себе вот этот. Волк, ты жив? Да, я Евин, и я рад, что ты тоже. Нашел, что искал? Да, хотя и представлял себе это несколько иначе. Волк? Я убил лидера Саламандр.
С чего тогда такая кислая мина? Орден Пылающей Розы поддерживает Саламандр. Меня это ничуть не удивляет. Я должен немедленно сообщить об этом королю. Ты прав. У меня есть лодка на пристани. Я ее приготовлю к путешествию. Встретимся там, когда ты будешь готов. Понятно. Так, где твоя лодка? На пристани. Дорога к кладбищу. Лодка. Ну-ка, давай-ка. За тобой пробегу, посмотрю, что ты там. Куда ты бежишь? А то так побежал, так стартанул. Ну, я ж любопытно стало, куда ты так можешь торопиться, эльф? А, вот. Спуск. Вот оно. Понятненько. И лодка у тебя вон там. Понятно. Вон Визима. Старая Визима, новая Визима. Блять, а я же оттуда. Кстати, он оттуда, я оттуда, оттуда. Я точно знаю, что я оттуда проплывал. На болото. Где болото? Нет болот. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.